В Твери продолжается ремонт периферийных улиц. Так жители Артиллерийского переулка 7 могут навсегда забыть про грунт и ямы во дворе. Теперь от домок до школы лежит ровный асфальт. В приемке свежеуложенного участка принял участие депутат городской думы Дмитрий Нечаев. О том, как это было, расскажет наша съемочная группа. Дорога счастья или по-другому дорога к знаниям. Именно так называют жители проложенный асфальт. Больше 20 лет жители в прямом смысле слова мучились, идя по песку и пыли, которые были тут, на придомовой территории Артиллерийского переулка. Но теперь все изменилось. У меня вот маленький ребенок, очень стало удобно и подъехать и с коляской, и скорая помощь может подъехать, и такси очень удобно, потому что были проблемы, вызывали, машины не хотели подъезжать, объезжали вокруг дома с маленьким ребенком. В зимнее время года приходилось выходить вот сюда на дорогу. Стоит отметить то, что ремонт был выполнен в кратчайшие сроки, сведя к минимуму дискомфорт жильцов. Так что теперь местные жители могут безопасно и быстро дойти до магазина или проводить ребенка до школы. Радостно, что за 22 года нам сделали дорогу. Спасибо Игорю Руденю, спасибо Дмитрию Нечаеву, спасибо вашей программе, спасибо вашему телевидению, что нам сделали. Хотя бы скорая помощь подъезжать будет теперь к нам. Ни для кого не секрет, что дорога, проложена там, где в ней остро нуждаются местные жители, способна значительно улучшить качество жизни людей, а в некоторых случаях и вовсе дать мощный толчок к развитию района и региона в целом. Депутат Тверской городской думы Дмитрий Нечаев, принимавший участие в церемонии приемки, отмечает, что к магистральным улицам в Твери претензий практически нет. Они приведены в достойное состояние, а ремонт проходит качественно и своевременно. Хочется надеяться, лед тронулся потихоньку, помаленьку. Этот процесс начался, сейчас он делается, эти дороги. Конечно, вот это направление нужно только развивать и наращивать эти работы. У нас еще очень-очень много работ предстоит по наведению порядка на придомовых территориях, на каких-то мелких улочках. И, конечно, нужно приводить в порядок тротуары. В областной столице пока более 100 километров грунтовых дорог. Это, к сожалению, большие цифры. Дмитрий Нечаев отметил, что ему удалось выполнить ремонт на нескольких улицах его округа. Но данные работы стоит масштабировать. Так, долгожданный ровный асфальт уложен на Тверском проезде, на пересечении бульвара Шмидта и Комсомольского проспекта, а также на территории нескольких многоквартирных домов Заволжского района.